воспой, ты воспой саду соловейка. Ты воспой саду соловейка. Ух, я бы рад тебе воспевать. Ух, я бы рад тебе воспевать. Я бы рад тебе воспевать. Я бы рад тебе воспевать. Ох, моего голоса не стало. Ох, моего голоса не стало. Потерял, растерял я свой голосочек. Потерял, растерял я свой голосочек. Ох, по чужим садам летая. Ох, по чужим. Чужим по садам летая, по чужим по садам летая. О, горькую ягоду все клевал. О, горькую ягоду. Все клевал. Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Наш эфир открыл дуэт «Чечерская лютня». Уважаемые исполнители, эти аплодисменты ваши. Дорогие друзья, сегодня 11 апреля, и по народному календарю Берещение – это праздник чествования березы, одного из самых любимых у нас деревьев. Часто ее еще называют деревом здоровья, света и жизни. А какие основания есть у этого утверждения, мы сегодня и узнаем. Ну что ж, пора объявлять тему сегодняшней программы «Берещение». Запомните ее. Вы, уважаемые телезрители, можете присоединиться к нашему разговору в Вайбере. Его номер на ваших экранах. Или можете позвонить к нам в студию 34-22-43, предложив свой ответ на вопрос. Почему березу называют деревом здоровья, света и жизни? Ну а мы начинаем. И для начала познакомимся поближе с исполнителями. Добрый вечер, Полина Алексей. Добрый вечер вам. Полина Острикова, Алексей Кулеш. Мини-вариант, дуэт вокально-инструментального ансамбля «Чечерская лютня». Ребята, я знаю, что вы сегодня, ну, скажем так, чечерский десант высадился в студии телерадиокомпании «Гомель», и вокально-инструментальный ансамбль «Чечерская лютня» в полном составе. Аплодисменты. Алексей, представьте, ребят, пожалуйста. Да-да, это действительно так. Сегодня нам очень повезло, и вся полностью «Чечерская лютня» присутствует в этом зале. Я хочу поприветствовать нашего руководителя, это Бритиков Олег Николаевич, человек, который принес очень много в этот коллектив и с которым связаны все наши, наверное, значимые победы.
Рядом находится наш перкуссионист Артём. Рядом замечательный педагог и исполнитель на фортепиано, это Слава. И наш клавишник и аранжировщик Анатолий Анатольевич Гуринов, человек не последний в Чечерске. Очень здорово, что вы со всеми познакомили, приятно познакомиться. Скажите, пожалуйста, как давно радует чечерская лютня своим творчеством не только чечерян, но и жителей Гомельской области? Насколько я помню, примерно с 2009 года. Так, ну это уже срок, да, 9 лет, это серьезно. Начинали именно с вокально-инструментального ансамбля, так и было, или это был изначально дуэт, там, трио? Это долгая тема. Начинал человек, которого звали и зовут Николай Кривко, и он начинал, человек любил этническую музыку, и он просто начинал играть ее с теми людьми, которым тоже нравилась этническая музыка. Это не был ни дуэт, ни... Это был простой, наверное, эксперимент. Это сложно назвать даже чем-то. Но ценителей нашлось много, и вот мы здесь сегодня. Это был такой состав, наверное, даже и не постоянный, да, просто приходил тот, кто хотел и кто мог присоединиться к этому творчеству. Если честно, Николай рекрутировал туда всех, кого только мог найти, и кто-то приходил на... более короткий срок, кто-то, вот, например, как Полина и вот многие из нынешнего состава, они провели там все 9 лет, наверное. Угу. Вот. Алексей, я хочу отметить, с какой радостью вы произнесли это прекрасное слово «рекрутировал». Да, оно приобрело какой-то новый смысл в вашем произношении. Скажите, вот как определяете то направление, в котором работаете, в котором работает чечерская лютня? Музыкальная. Ну, если честно, у нас даже был спор по этому поводу. Сейчас есть такое популярное слово, как кавер. Это когда человек исполняет чью-то музыку. Да. Вот, но госпожа Острикова, она утверждает, что невозможно сделать кавер на народную тему, потому что она народная. Пусть вот. Госпожа Острикова и разовьет эту тему. Госпожа Острикова, развивай. В первую очередь у нас жанр – это фолк. Так. Но мы не обычный коллектив, поэтому мы добавляем и другие жанры в этот жанр. Например, джаз. Вот Алексей очень любит джаз, блюз. Да. Мы мешаем все, что можно. Главное, чтобы это смотрелось здорово. Вот, поэтому как мы расцениваем наш жанр, был вопрос. Это эксперимент. Это постоянный эксперимент, более чем 9 лет вот, длится он. Вот угу. Так вот. Отлично. «Береза» воспета не в одном произведении. Вот как вы думаете, почему? Почему ее называют деревом здоровья, света и жизни, вот на ваш взгляд? Вопрос хороший. Если честно, мы не так часто задумываемся о деревьях. Вот. Но зато вы часто проезжаете по чечерским дорогам и видите прекрасные березовые леса. Но да, действительно. Дело в том, что, наверное, береза так привлекает людей, потому что она сильно отличается хотя бы по цвету от того места, где они произрастают. Вот так вот. Алексей, по условиям нашей программы гости задают вопрос зрителям. Mm-hmm. Я знаю, что вы подготовили вопрос, и мало того, еще и призы за правильные ответы привезли. Да. Поэтому, пожалуйста, ваш вопрос зрителям. Мы действительно решили узнать что-то о березах. И мы узнали. И вот наш вопрос. Назовите, пожалуйста, наши уважаемые телезрители, самую известную и самую музыкальную березу острова Исландия. Правильному тому человеку, кто правильно ответит на этот вопрос, мы подарим целых 2 вот таких вот замечательных, 2 диска. 2 диска чечерской лютни. Это очень особенное такая вот, особенное специальное издание. Их осталось просто единицы. Вот, поэтому правильно ответившему на вопрос о том, какая же самая-самая знаменитая музыкальная береза в Исландии, вот мы подарим, вручим вот такие вот 2. Я, может, подкорректирую немного, и не только из Исландии,
но, скажем, не только исландская, да, она принадлежит всему миру. Она принадлежит всему миру, но Исландия, она просто... Все, Алексей, молчите, потому что мы дадим ответ на вопрос. Да. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что вам нужно обязательно позвонить по телефону 34-22-43 и ответить на этот вопрос, потому что в Viber ответы не нужно присылать. В Viber вы можете свои рассуждения на тему, почему березу называют деревом света, здоровья и жизни. Ну и, кстати, у нас есть первый телефонный звонок, но пока не с ответом, а с рассуждением. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Вячеслав. Вячеслав, вы специалист по деревьям? Ну, так. Относительно, да? Но любитель берез. Скажите, пожалуйста, почему вы присоединяетесь к мнению, что береза является деревом света, здоровья и жизни? Ну да, конечно. Пожалуйста, почему? Ну, она светлая такая. Светлая, жизнеутверждающий цвет, так? Да. Когда листочки распускаются, еще лучше становится. Да, это очень красиво. Вы знаете, что мы присоединяемся к вам. Вот даже Алексей кивает головой. Замечательный ответ. Спасибо вам, что вы были первым. Прекрасно. Дорогие друзья, вопрос вы услышали. Первые сообщения в Viber, кстати, тоже приходят. Есть у нас. Так. Еще раз, уважаемые телезрители, хочу напомнить, что ответ на вопрос, который задал Алексей, нужно дать в прямом эфире, позвонив по телефону 34-22-43. Я просто вижу ответы уже в сообщениях Viber. Итак, Валентина написала: по преданию, под березой прятались от непогоды Богородица с Иисусом. Белоствольная помогла сохранить им жизнь. Вот такой ответ на наш вопрос, почему береза является деревом здоровья, света и жизни. Валентина, вы абсолютно правы. Мне очень понравилось, как вы назвали березу — белоствольная. Очень поэтично. Кстати, не только белоствольное величали это дерево. Славяне его называли и стройное, и кучерявое, и красавица, и нарядное, и даже величавое. Березе в народной культуре посвящены обряды. С ней связано множество поверий. О них сейчас и расскажет наша гостья, которую я хочу пригласить. Елена Кострица, пожалуйста, в студию. Кандидат филологических наук, доцент Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Алена, добрый вечер. Добрый вечер. По-белоруску, по-русски? По-белоруску. По-белоруску. Бероза принято лечить амаль ти не русским древом. И она отаясамливается с белорусской душой. А чому? Ну, пробачьте, с русской душой, ну и с белорусской так само. Ну, мне подается, что русскому народу треба отдячить за вот такое увособление у берозе русской души, напевно, все ж таки Сергею Есенину. А деле справедливости варто отзначить, что бероза – это такое сакральное древо для большести народов. Для большести, это не только русская бяроза. Безумовно, так? Нет. Алена, дякую за такое поведомление нечаканное для нас. И у нас есть телефонный звонок. Давайте слухать. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, по-русски. Здравствуйте. Вы хотели бы ответить на вопрос, но прежде мы хотели бы знать ваше имя. Меня зовут Владимир. Владимир, это прекрасно, что вы смотрите... Добрый вечер, Гомель. Прекрасно, что вы интересуетесь музыкой и березами. Владимир, ну что ж, вы готовы ответить на вопрос, какая самая известная музыкальная береза Исландии? Если я не ошибаюсь, мне кажется, что правильным ответом на этот вопрос является Бьорк. Да, это действительно так.
Это действительно да, это так. Действительно ну так. Что ж, Владимир, вот эти прекрасные диски, которые держит сейчас Алексей, ваши. Поэтому оставляйте, пожалуйста, ваши координаты. Вот так быстро разгадали. Мне казалось, что такой сложный вопрос Алексей придумал. Оказывается, не все так сложно. Оставляйте ваши координаты, вы сможете забрать ваш приз уже завтра. Спасибо вам большое. Да. Елена, следующий вопрос. Неужо я хотела испытать, что неужо нема народа, у яке так само поважливо ставились до белоствольной. Скажите, а те только на нашем континенте растут тебя розы? Може, ну, і американці так само добре ставляться до їх? До гэтых дрэваў добра ставяцца розныя народы. Напрыклад, азіаты, калі ставілі свае шатры, па цэнтру замацоўвалі іх менавіта, скажам так, матэрыялам з бярозы, таму што бяроза гэта ўсё ж такі доўгае жыццё. І гэта сімвал доўгага жыцця. Напрыклад, ёсць великая колькасць легендаў, паданняў у іншых народаў. Возьмем легенду Ханты. Там яна настолькі прыгожая. Аднойчы небесная дзева заўважыла, што людзі сталі вельмі чэрствымі, злымі. А маральна-этычная каштоўнасць іх, ну, нікуды, што называецца, не ішлі. І сэрца яе разарвалася на кавалачкі. І упала яно на землю. І калі гэтыя кавалачкі трапляліся да людзей, людзі станавіліся чыстымі. Калі траплялі ў дрэвы, дрэвы станавіліся белымі. Таму і называюць бярозы кавалачкамі нябеснага сэрца. Прыгожа, сапраўды прыгожа. Алена, а вось больш падрабязна, што значыла бяроза для нашых продкаў, для беларусаў? Варта адзначыць, што для беларусаў, як дарэчы, і для многіх іншых народаў свету, і для славян у прыватнасці, гэта сувязь з культам продкаў. Таму што па народных павер'ях лічылася, што менавіта на галіначках бярозы, у лісцях бярозы жывуць душы нашых продкаў. І, напэўна, той, хто жыве на вёсцы, ведае, што падчас такіх святаў, якія называюць у народзе троіцкімі святамі, альбо сёмухай, альбо сёмікам, абавязкова ўпрыгожваюць дамы, вокны. І раней нават прыносілі бярозкі і ставілі іх на падворшы. Дзеля чаго? А для таго, каб душы продкаў знайшлі дарогу, завіталі ў госці, паспрыялі сваім, што называецца, нашчадкам. Алёнчка, давайте спытаем, ці робяць так у Чачэрску, Алексей, Паліна? Не. Зараз не робяць? Не, не. А раней? Можа, бачылі, чулі? Не бачылі, не чулі, таму што, ну, па-першае, мы... Маладыя вельмі. Так. Угу. Так. Зразумела. І Чачэрск усё ж такі горад, праўда, калі б, можа, на вёску дзе. Алена, вось як бы вы адказалі, чаму бяроза лічыцца дрэвам здароўя, жыцця і, ну, скажам, святла? Ну, увогуле, паэтычнае мысленне нашых продкаў гаворыць пра тое, што бяроза – гэта дрэва чатырох такіх добрых рэчаў. Па-першае, бяроза, яна асвятляе. Таму што з дапамогай менавіта бярозавых лучын асвятлялі дом, яны не капцілі. Бяроза, яна, безумоўна, суцішае. Таму што маленькім дзеткам, калі яны блага спалі, давалі настоі з бярозавых кветачак, да? Бяроза, яна абавязкова лечыць. І менавіта да бярозы хадзілі з тым, каб выліць туды ваду пасля таго, як памылі хворага чалавека, верылі, дапаможа. Ну, і дапамагала, пэўна. Да. І спецыялісты адназначна скажуць, што настоі з бярозы, сок бярозавы, гэта кроваачышчальны сродак. І, безумоўна, чацвёртая такая якасць, бяроза, яна робіць усё навокал чыстым. Таму нават на могілкі хадзілі нашы продкі з бярозавым венікам для таго, каб дапамагчы продкам выйсці і пагутарыць. А бярозавымі венікамі таксама падчас вялікіх святаў выметалі з дому, каб усё дурное адтуль выйшла. Ну, яшчэ ж бярозавымі венікамі і парыліся з дапамогай іх. Гэта ўжо іншая гісторыя, так? Безумоўна, я тут не так даўно слухала прафесіянала, які займаецца справамі лазні, і ён, дарэчы, сказаў, што бярозавыя венікі, гэта ўвогуле, хутчэй, такія
жаночие веники, тому что колькасць карысных речевов и нейких таких маслянистых речевов для жаночей скуры, ну, вельми-вельми добра. Алена, ну, у нас будет сегодня махчимасць удакладнить гэтыя звестки, тому что специалисты у нас в зале сядзяць и абавязкова про гэта расскажуць. Але ж мы ведаем, Леночка, что бяроза была и атрибутам нячыстай силы. Я читала, что кто імкнуўся пасадзіць бярозу побач жылём, а хто і не дазваляў гэтага рабіць. Быццам бы у каранях хаваліся нейкія чорныя сілы. Вось. І, дарэчы, у фальклоры ведзьма лётала па начах не толькі у ступе, не толькі на мятле ці хлебнай лапаце, але і на бярозавай палцы. Ну, есть такие успамины. Я не могу сказать, что наши информаторы рассказывали менавіта про ведьмов, якія прабачьте, вашими информаторами вы называете пераважна жанчын, ну, жыхароў, скажем так, тых вёсак Гомельской области, да. Только Гомельской области. Да. У дадзеным выпадку, там, где я сама была у экспедициях, там, где я сама распытывала, тому я и говорю. Тым не менш, по розных крыніцах на самой справе говорят, что ведьмы, яны лётали на бярозовых палках. А кроме того, калі лічылася, что у жанчыну усялілася что-нибудь нечистое, то такая женщина кидалась на бярозу. По народных поверьях. А на конт того, что нельга бярозы, ну, там, ля дома саджать. Да. Некоторые говорят, что нельга, потому что от гэтага там кто-нибудь у семьи может померти, альбо, например, жаночие хворобы, ну, почнутся. А другие говорят, что наоборот, бярозку треба сажать, тогда будут и дети вестися, и здоровье в доме будет. Ну, каратей, кажучи, як вы лічыце, так і рабіце. Столькі людзей, столькі меркаванняў. Так. Дзякую, Алена. На Беларусь 4. Добрый вечер, Гомель. Говорим мы сегодня о березе и берещении. Дне 11 апреля, когда стройную красавицу почитали и чествовали. Дорогие друзья, далее в нашей программе, как научиться слушать березу, где заготавливать березовый сок, жаркое или дождливое лето, предскажет береза. Безусловно, будут и душевные песни о чечерской лютне. Сезон зима будет, сезон зима будет, сезон зима будет, oh yeah.
Дорогие друзья, сегодня в нашей программе «Чечерская лютня». Гости из Чечерска создают вечернее творческое весеннее настроение, за что им огромная благодарность. Эти бурные аплодисменты. Дорогие друзья, говорим мы сегодня о березе, берещение. Так красиво называется сегодняшний день в народе. В этот день наши предки, оказывается, выходили в леса и слушали, готовы ли березы дать березовый сок. Началось ли сокодвижение? Это делалось обязательно каждую весну, потому что собрать сок – это было очень важно. Кому из наших гостей удалось побродить сегодня по березовой роще и узнаем? Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях Полина Острикова, Алексей Кулеш, а также Елена Кострица, кандидат филологических наук, доцент Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. К нам присоединились Юлия Комиссаренко, инженер отдела лесного хозяйства Гомельского лесхоза. Мы приветствуем вас, Юлия. И, конечно, Иван Евдокименко, мастер леса Чечерского лесхоза. Добрый вечер. Несколько вопросов нашим творческим людям. Скажите, удалось ли вот в ближайшее время побродить по березовому лесу? Слышали, как шумят березы? По лесу нет, но рядом с моей работой, с моей любимой работой, растет целая березовая роща. И там действительно очень шумно. Шумно? Конечно. Вы отличаете, Алексей, на слух? Готова береза поделиться соком или нет? Нет. Вот чего... Или готовы услышать сегодня информацию полезную? Мне даже очень интересно, я заинтригован, на самом деле. Это очень здорово, но прежде ответьте на мой вопрос. Скажите, в вашем репертуаре чечерской лютни, есть ли песня о березе? Вы знаете, нет. Репертуар очень большой. Какие-то песни уже не исполняются, но готовясь к сегодняшнему эфиру, мы вот подняли такие все наши достижения, и есть такое у нас упущение, нет песен в березе. Ну так все же можно исправить. Вот я думаю... Алексей, к следующему эфиру, пожалуйста, вам домашнее задание. Скажите, Полиночка, музыка – это ваша профессия? Несомненно, с 7 лет я занимаюсь музыкой. В музыкальную школу я поступила в 7 лет. Мой первый преподаватель музыки была Басаргина Елена Сергеевна. Это мой преподаватель по фортепиано. Фортепиано, кстати, мой первый, самый первый музыкальный инструмент. А сейчас мы видим в арсенале много духовых инструментов. Сейчас это даже не в арсенале, даже это малая часть, так сказать. У меня еще волынка есть, да. Белорусская, дуда. Да. Окарина, там много чего есть у меня на самом деле, и много чего еще будет. Полиночка, обещайте, что вы покажетесь вместе со всеми инструментами в этой студии еще не раз. Обязательно. Алексей, а ваша дружба с музыкой когда началась? Первое мое образование музыкальное, оно было хореографическим. Вот, то есть моя мама... Опять же, творческие люди. Да, да, это было очень тяжело. Но я всегда хотел играть на барабане. Сначала на одном, потом на нескольких. И вот в дополнение к словам о березе, я вам хочу сказать, что именно барабаны из березы обладают самым низким звучанием из всех деревьев, которые используются в этой индустрии. И мой просто любимый преподаватель в музыкальном училище, вот Шавандо Кирилл Николаевич, он именно на таком инструменте из березы обучал нас вот этому мастерству. Поэтому... Очень здорово. Уникальная информация сегодня звучит из уст музыкантов о березе. Да. Здорово. Вот музыкальную сторону березы мы, кстати, знаем. Изучили хорошо. Да. Но сегодня у вас есть возможность узнать все остальное о березе. Спасибо вам за ответы. Ну что ж, я к вам обращаюсь, Иван Николаевич. Я знаю, что вы вопрос подготовили для наших зрителей. Творческий такой вопрос, да, тоже, пусть они подумают, порассуждают, так. Ну, вопрос у нас были такие, как служит береза человеку? Как служит береза человеку? Уважаемые телезрители, наиболее полно ответившему телезрителю, или даже двум телезрителям, мы презентуем вот такие прекрасные книги. Поскольку гости у нас преимущественно сегодня из Чечерского района, такая замечательная книга,
«Малая родина, большое будущее» о Чечерске и Чечерском районе, иллюстрированная, с полнейшей информацией, очень красивая. Она будет ваша, если вы позвоните по номеру телефона 342243 и ответите на вопрос. Как служит береза человеку? Вот только один глагол или одно существительное, например, сок, не пойдет. Нужно основательно подготовиться. Наиболее полный ответ. У нас еще одна книга есть в арсенале прекрасного белорусского поэта Анатолия Зекова «Белое солнце берез». Ну, это за два лучших ответа, так? Переходим к делу, правильно? Иван Николаевич, наверняка вам удалось сегодня, возможно, и Юле удалось походить по березовому лесу. Вот нам интересно, как предки слушали, идет сок уже или нет? Вот... Ну, вы знаете, я вот уже как Леша скажу вам, что я хоть и давно уже в лесе работаю, но на слух определить мне такого не дано. Вот определить, что действительно сокодвижение возможно на 99%, мы можем. Ну, во-первых, потому как замерзшая земля, если снег лег на незамерзшую землю у березняках, прогрело солнце, ну и по почках. Вот не по почках, а по сережках. Когда сережки, они с зимы, они такого темно-серого, аж черноватого цвета. А когда уже начинается сокодвижение, на почках, на сережках появляются такие светленькие прожилки. Они становятся такие, похожи на шишечки. Вот тогда можно на 99% говорить, что сок уже пойдет. Юля, у вас такие же наблюдения? Абсолютно такие же. Да? Ну вот все-таки как-то же наши предки определяли по звуку? Наверное, есть, были такие люди, может быть, и есть, как экстрасенсы, ну там, я не знаю. Ну, мне, слава богу, такого не дано. Слава богу? Да, потому что я могу только себе представить, если бы мы могли слушать лесоводы дерева, которые говорят, не только березу, то что бы они нам наговорили, я не знаю. Да. Мы же не только понимаете, садим, растим, сок собираем, мы же его рубим, поэтому лучше не слышать. Зразумело. Так, есть у нас телефонный звонок, уж не знаю, с рассуждениями, с ответами. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Игорь. Игорь, очень приятно вас слышать. Скажите, вы специалист по березам, по лесу? У меня медицинское образование, поэтому я могу что-то сказать. Пожалуйста, мы внимательно слушаем вас. Итак, вы хотите ответить на вопрос, как служит береза человеку? Да, да. Игорь, тезисно, кратко. Да, сначала хочу сказать по латыни березы. Береза паниклая, бетуля пендуля. Бетуля пендуля. О чем можно говорить, чтобы она служит? Например, дёготь. Если дёгтем смазывали копыта лошади, то лошадь могла, не повреждая своих копыт, очень долго скакать. Это фактор службы. Так. Дегтярное мыло, которым моются люди, не только лечит кожные заболевания, но и позволяет энергии течь по коже, и кожа становится светлой. Так. А березовые почки помогают женщинам, ну, быть здоровой женщиной, так сказать, корректно и мягко скажу. Так, спасибо. Именно быть здоровой женщиной. Но есть еще интересные факторы. Это чага. Это грибы-то, чага, да? Черная чага. Да, чага, которая, ну, скажем так, позволяет создать противоопухолевый эффект в организме. Но есть еще и омела. Так, амела. Это тоже она паразит, тоже, по-моему. Амела, да? Это, ну, скажем так, это очень ласковый паразит, но есть такое мнение, что амела предупреждает о будущих трагедиях за 2-3-4 года, если она растет рядом с каким-то двором, с дачей, с заводом, то предупреждает о том, что будут какие-то проблемы. То есть нужно о чем-то задуматься и сделать какие-то выводы. Если это рядом во дворе, то изменить свое отношение к жизни. Я и поняла. Тогда человек начинает жить немножечко по-другому. Но и в то же время амела, сама амела, которая растет на березах, повышает обучаемость. Люди, которые рядом с такой березой живут, обучение, да, то, в общем-то, у них становится хорошая обучаемость, очень интеллект высокий идет. Но нужно еще вспомнить и историю Тора. Вы знаете, я прошу прощения, я понимаю, что здесь полнейший ответ. Вы простите нас, пожалуйста, у нас просто время ограничено. Очень интересно вы рассказываете. Я прошу нашего редактора на телефоне записать номер. Досмотрите программу до конца. Мы благодарны вам за полнейший
полнейшую информацию, да, которую вы нам предоставили. Спасибо. Исчерпывающая информация. Исчерпывающая, да, говорит Иван Николаевич. Но дождемся. У нас телезрители очень подкованные, очень подготовленные. Подождем. Вот каков период активного сокодвижения? Скажите мне, пожалуйста, специалисты леса. Это зависит от погоды. От, да, погоды? Да. Но сколько бывает, Юлечка, вот, например, в прошлом году, как долго это было? Ну, как... Когда тепло становится, распускается лист, да, сок прекращается. То есть надо успеть, вот пока лист... Пока лист не, да, раскрылся полностью, да? Ну, вот самый длительный период сокодвижения, вот какой вы помните? До 15 дней, может быть. Сколько? От 7 до 15 дней. От 7 до 15, да, вот дней, вот в этом году все говорит за то, что будет короткое, да, период сокодвижения. Короткое, то есть, да, быстро сразу поздно, тепло стало? Поздняя весна, и уже почки, и серожки уже большие, и почки во-во выкинуть листок. Поэтому... Вы знаете, очень много нам надо узнать у вас. Скажите, пожалуйста, вот любая ли береза подойдет для сбора сока? Нет. Юля? Не любая. Нет, не любая. Чтобы заготовить сок, необходимо соблюдать все правила лесовыращивания. На деревьях, которые молодые, меньше 30 сантиметров в диаметре, мы не допускаем. Существует ряд правил рубок. То есть, чтобы заготовить сок, необходимо обратиться в лесничество, ближайшее, да, либо обратиться на сайт лесхоза. Там есть перечень участков, в которых можно заготовить березовый сок. Вам дадут лесника, лесник вам покажет дерево, объяснит, проведет, да, да, объяснит правила, конечно, обязательно. Вот. И человек сможет самостоятельно и заготовить. И как это сделать? Да. Хорошо. Но смотрите, все равно, вот есть же деревья, растут рядом с домами, да? Вот, Иван Николаевич, расскажите, с какой... Вот вы, Юля сказала, что в диаметре 30 сантиметров. Да-да, не, а, менее. Не менее, да, не менее 30 сантиметров. А по возрасту, по высоте должна ли быть это... обязательно здоровая береза? Ну, здоровая. Здоровая, если у нее нет стволовой гнили, если, так, ее не видно, то вполне, ну, во всяком случае, даже если в ней есть стволовая гниль, то на качество сока и на его пользу она не влияет. Потому что сок подвижется только под корой, вот между корой и комбиальной поверхностью, там 1,5-2 сантиметра, все. Угу. По остальной древесине... А нам же кажется, по всему стволу поднимается, только... по капиллярам. Поэтому, вот я тут сегодня привез, да, вам вы показать. Пока... Да-да-да, вот, рассказывайте. Вот, диаметр, отверстие, которое просверливается, должно быть, вот, желательно, чтобы круглое. Почему круглое отверстие? Покажите, да, чем сделать это круглое отверстие. Вот, это вот старинный способ. Теперь у нас способов тысяча, потому что есть бензопилы и все остальное. Но вот это старинный способ. И сверло не должно быть больше, чем 2 сантиметра. То есть, да, до 2 сантиметров. Почему? Угу. Потому что год береза, может, вот если старая береза более 30 сантиметров, у нее прирост по годовым кольцам, так, может быть до сантиметра. А это значит, что если эта береза не назначена в рубку главного пользования, то она, ну, не совсем безболезненно, но безболезненно, с меньшими потерями закотя, то есть зарастит свою ранку. Я поняла. Вот и еще. Так, насколько нужно просверлить? 1,5 сантиметра, до 2, не больше, потому что дальше бесполезно. До 2 сантиметров, да, 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 уважаемые, ну, это вот зрители. Так, вот, чтобы ориентироваться, просверлили, вот, и пальца, забили вот такую вот, да, как вы, ну, называете, клинышек, желобок. Раньше, да, клинок, желобок. Раньше вставляли сюда либо трубочку из бересты, либо из ржаных или житных колос, ну, этих, каких, снопка делали из, и вставляли сюда. И по их стекало, ну, не было раньше такого клиния. Там, угу, потом дубовые вытесывали, очень много этих способов есть, вот. Ну, теперь у нас еще применяются вот такие. Это нарубка главного пользования, это когда мы прорезаем бензопилой. Пилой, да? Да, потому что, ну, это намного быстрее и спокойнее. И потом... Надо сказать, на каком расстоянии надо ставить. Вот, да, теперь... вот высота, да, да? Высота. Если там посуда, ну, скажем, тара, баночка трехлитровая или еще что-нибудь, то высота такая, чтобы прямо туда капала. А если вот, как показано у нас на экране, вот полиэтиленовые пакеты, да, стоят, да, себе, да, очень, да, хорошая вещь, очень даже удобная, тогда надо на высоту, чтобы он не лежал, чтобы сок стекал примерно. Ну, на такое расстояние, чтобы сок, когда наберется, чтобы он не разорвал. Угу. Пакета, вот. Тут вот тоже это, надо, ну, соблюсти. Ну, это все приходит с опытом. Это люди, которые постоянно этим занимаются, они это делают, как дышать. Вот просто спокойно, как дышать. Угу. Так, скажите, Иван Николаевич, еще, как замазать потом, так, эту рамку? Вот. Это же важно. Да, да, да. Вот, короче, вот это круглое отверстие, это самое такое, ну, подходящее или самое удобное. То, первый народный быстрее способ, который и мы часто применяем, ну, не, да, то, что применяем, он подручный, он не требует ничего, никаких затрат. Это обыкновенным мхом, зеленомошником скручивается трубочка, да, зеленомошник. Мох?
скрутить, уплотнить и заткнуть. Но это не останавливая сокодвижение, потому как мы собираем сок до, ну, до края, пока он тяче, пока листок не выкинет берёза, мы собираем. Перед тем, как она вот-вот, скажем, сегодня закончит сокодвижение, она выпускает такую желеобразную стеданистую жидкость. Вот. Она сама себя лечит? Да, она консервирует рану, потом он быстренько на солнце высыхает, этот сок, и становится коркой такой берется. Так. Люди, которые лечат постоянно ходить, и сок подсачивали или возле дома, они это замечали. И вот она консервирует, и тут не развиваются никакие хворобы. У этой трещины. То есть мухом закрыли, да, мхом. И все? Ну, там рекомендуют садовый вар. Ну, представьте, что мы подсочили 800 берез. Это сколько же нам надо берез этого садового вара, чтобы занести, или еще что-нибудь сделать. Я поняла. Спасибо большое. Так, Юля, скажите, как много заготавливают сока вот сотрудники лесхозов? Ну, около 150 тонн Гомельский лесхоз заготавливает в этом году. 150 тонн? Да. То есть уже удалось сколько-то заготовить? Конечно, мы заготавливаем сначала сокодвижение, реализуем на сайте все. Есть сайт, ну, сайт у нас есть там цены и услуги, которые мы оказываем. Также обращаются люди с самозаготовкой. Они приходят в лесничество, мы выделяем им участок, показываем, как я уже говорила, и также они заготавливают. А просто самостоятельно в лес прийти? Так это и есть, просто самостоятельно. Нет, самостоятельно без нашего ведома. Конечно. Нет, конечно, нельзя. Любую же березу нельзя? Нет, конечно. Обратиться в лесхоз вам помогут. Обязательно, если человек не вредитель, он обратится. Хорошо, спасибо. Но одно дело заготовить, совсем другое дело приготовить, правда? Я знаю, Алексей, что у вас есть какой-то рецепт, ну, не закатанного березового сока, какого-то чудодейственного напитка. Да. Я... Тезисно? Тезисно. Есть березовый морс. Березовый морс? Морс березово-клюквенный. А точнее, этот морс готовится не с помощью сока, а это настойка из шишек березы и... Шишки вы имеете в виду почки? Сережки березы, да. Они завариваются, вот, и потом смешиваются с клюквенным морсом. Это очень полезное, оздоравливающее. Вот этот рецепт, да, уважаемые телезрители, сейчас на экране. Да. Почитайте, пожалуйста, внимательно. А пока вы готовитесь, свой рецепт, как долго... сохранить не перекисший, да, березовый сок. Этим рецептом поделится Иван Николаевич. Давайте. Это очень старинный рецепт. Я вот сколько слышал по телевидению, обычно обращаю на такие вещи внимание, но ни разу не слышал. Вот всегда бабка моя покойная говорила и батька мой говорила. Ну вот пока пчел не было, мы это не экспериментировали. Потом появились пчелы, и мы попробовали, я попробовал, и это действительно действует. Вот это вот, я привез вам сюда на передачу, это называется перга или пчелиный хлеб. Так, ну вы откройте коробочку, да. Покажите, да. Ну вот, вот это пчелиный хлеб. Это пыльца изо всех растений, которые только есть. Ну пчеловоды знают. Да, пчеловоды знают, что это такое. Вот, значит, вот эту пергу раскрашиваешь, там вот эти соты вместе. Так. И марлечку. Ну, чтобы не бросать в бетон, ну, чтобы понятно, потом его не процеживать. Да. И просто любую тару, фляга, бочка, бетон, любая. Которая под... Ну, я бы не сказал, сколько можно, сколько... Ну, сколько не жалко. Да, сколько не жалко. Не, жалко и не жалко, потому что это же пчелиный хлеб. Вот, сколько имеется, сколько можно ей туда пустить. Вот. И она там лежит все время. Вот сколько, пока срок будет, лежит. И хранится... Что она дает? Она цвет дает? Да, он становится чуть-чуть такие рыжеватенький сок. Имеет чуть-чуть. И... привкус вот той пыльцы, которую пчелы наносили. Вот. И самое главное, что он не брожее и нет плесени. Это прекрасный все остальное, рецепт. Все остальные, тысячи рецептов хороших. Угу. Консервация, это все хорошо. Но это вот народный, который старинный. Ну, хоть немножечко забродит, потому что хочется этой кислинки. Перебраживает. Все перебраживает. Это дрожжи. Ага. Это не что иное, как дрожжи. Медовуху делали, ложили пергу. Обязательно. Без перги не будет настоящей медовухи. Я, уважаемые друзья, несу сок для дегустации. Да. Это чечерский лесхоз. Да. Это чечерский лесхоз позаботился. Проверенный сок. Конечно. Проверены. Можем говорят, что, говорят, что не вы выделяют делянки эти, да, для сока, если не проверено. Конечно, не проверен, не прошел радиационный контроль. Да, пожалуйста. Обязательно. Спасибо. Пожалуйста. Пробуйте. Наш.
Ваш. Самый сладкий, правда, Иван Николаевич? Ну, конечно, свое всегда самое сладкое. Пока вы дегустируете сок, у нас есть телефонный звонок, давайте слушать. Добрый вечер. Здравствуйте, я Лена, гость в студии. Здравствуйте. Меня зовут Герасим. Очень приятно. Мне очень понравилась музыка Чайковской лютни, и я вот для нее написал посвящение. Очень приятно, пожалуйста. Кто придумал неправду нам эту, что лишь в Минске крутые гурты. Нет, ребята, поверьте поэту, у лютни чеченской побольше высоты. Я хочу сказать вам только браво. Ваша музыка безумно хороша. Она соответствует всем нравам. Живет в ней белорусская душа. В ней больше искренности нашей и больше смысла простоте. Ребята, мы вас слушаем с Наташей и растворяемся в гитарной красоте. Спасибо вам. Дорогой Герасим, а мы хотим сказать браво вам за такое прекрасное произведение. Я думаю, что ребята тоже пару слов скажут на этот счет. Конечно, я думаю, что вам нужно оставить какую-то информацию о себе, и мы сочтем за честь, если вы примете от нас еще один вот такой вот, вот подарок. Вот, пару. Вы еще один припасли, да? Да. Найдете? Ну, на такой тут просто я не знаю, что сказать. Да. Спасибо, спасибо, Герасим. Дорогие друзья, вы звоните, пожалуйста, нам в студию 34-22-43. Предлагайте свои варианты ответов на вопросы наших гостей. Ну и не забывайте о вопросе эфира. Почему березу называют деревом здоровья, света и жизни? Продолжается наша программа вот в такой прекрасный день, 11 апреля, в народный праздник Берещения. Ну и понятно, что говорим мы сегодня о березе. У нас в гостях чеченская лютня. Ну и, конечно же, фольклорист Елена Кострица и специалисты леса Юлия Комиссаренко. Иван Николаевич, главный чечерский специалист, главный говорящий специалист, правда, по передачам, скажем так, главный специалист по передачам и по информации о лесе из Чечерска. Иван Николаевич, я вижу прекрасные веники, которые лежат на нижней полке. Вы пока их не доставайте, мы обязательно до них дойдем. Но сначала вопрос Юлии. Юлечка, скажите, вот через несколько дней буквально стартует неделя леса. Это так?
Да. 14. И, наверное, желающие вот население, да, под руководством специалистов леса, да, могут принять участие в ней. Конечно. Расскажите. Значит, с 14 по 21 апреля у нас проходит акция «Неделя леса», приуроченная к году Малой Родины. То есть любой желающий человек, любая организация может изъявить желание либо посадить лес, либо убрать мусор, помочь своему краю, выразить любовь, признательность, облагородить свой край. Значит, для этого вам необходимо обратиться в ближайшее лесничество, лесхоз, и сказать, что мы в таком-то количестве, настолько-то человек будет, в такой-то день хотим помочь государству. Да. Ну вот, скажем так, хотим помочь себе в первую очередь, Юлечка, конечно, себе. Скажите, ну стартует неделя с какого дня? С субботы? Да, 14 числа. 14-го, 7 дней, звоните, да, в Гомельский лесхоз. Может, и номер назовете? Не назовете. Ну, это на любом сайте можно найти, конечно, кстати, да, да. Иван Николаевич, кстати, и Чечерский лесхоз уже организует, конечно, такие мероприятия. Да, 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 да. Так, то есть и в Чечерский лесхоз звонить? Да, 325-50 можно звонить. Вот так, Иван Николаевич, прямо номер. Приедем в Чечерский лес садить, хорошо. Скажите, ну в Гомельском вот лесхозе, я-то точно знаю, есть питомники, в которых выращивают разные деревца и березки в том числе. Да, мы ежегодно закладываем посевное отделение березы в августе месяце. К осени собираем посадочный материал и высаживаем его в лес. Ну вот очень интересно, высеиваете вот эти маленькие семена с сережек, да? Конечно, мы собираем эти маленькие семена. У них очень короткий срок всхожести. То есть если они залежатся, они уже не взойдут. Поэтому мы оперативно собираем, проводим апробацию. Когда получаем документы, тут же их высеваем. Так, и вот за один год какой березка вырастает? Вот покажи. До 5 сантиметров. Да, до 5 сантиметров. На данный момент они сейчас стоят в питомнике у нас. Мы сеем все до 2 лет. Вот два садите, года? Высаживаете, да, двухлетки. А мы говорим о посевном отделении, да, да, в питомнике. А да, сеете, и сразу вот за первый год 10 сантиметров. Да. 5. А, 5 сантиметров, такие малышечки. Они очень маленькие, мы их только к осени будем, да, высаживать на поля. А как быстро растет деревце? Вот, ну, скажем, за 3 года. Каким станет? Первое по год. 2 года где-то будет. Ой, по 2 метра она будет идти и... 2 метра в год? Да, вот не, нет, не. С 5 лет, вот где-то 4-5 года она будет прибавлять по 2 метра в высоту. Ага. Первые года она растет медленно. И она вот в первые года как-то, ну, подвержена больше воздействию окружающей среды. Вот какие-то холода, что-то такое, вот она будет сидеть. А очень интересно, вот какие земли предпочитает белоствольная красавица? Любые. Какие земли? На любых растет земля. На любых? На любых. И на песках, и на глине? Да, это порода растет. Пионер. Да. То есть она растет в любых условиях, но если вы хотите, ну, максимальные приросты, красивую, ровную, конечно, будет, как и любое растение, как ну, абсолютно любое дерево, будет богатая почва. Это суглинки, суписи, то есть тут надо выбирать. Но мы садим ее везде, она везде принимается и дает нам лес, это же начало всего. Вот. Это после очень нее, здорово, да, красиво, видите, да, и как вот все хорошо. Елена, ну я не могу не задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, скажите-ка ли ласка, вось по бярозе ж можно вызначать некие прыкметы. Ти вызначали вы уже, ти ведаете, ти это трошки поздней. Яким будет лето по бярозе менавито, ти якой будет осень? И поравнаем с тыми звестками, якія дасть нам Иван Миколаевич и Юля. Ну, в уголе я специально поглядела сегодня на лист берозы. Честно, я его еще не знайшла. Вось, ну, в уголе такая есть прикмета, коли первый распустится альбо лист з'явится на таким дереве, як ольха, тады лето будет мокрое. Коли бероза, то тады лето будет сухое. А коли одночасово и ольха, и бероза, то лето будет мокрое, однако урожай будет добрый. Ну и, отповедно, за весной назирали еще у осень, тому глядели. Коли бероза починая сохнуть с верхушки, весна будет ранее. Жаутеть. Да, угу. Жаутеть, не так сказала, да. А коли снизу, то тогда весна будет поздняя. Весна, так. Весна. Добро, дякую. Назирали Иван Николаевич, вы сгодны? Исчерпывающий. Исчерпывающий, говорит Иван Николаевич. Юля, добавите что-то? Такая же информация. Такая же информация, да? Очень здорово. У нас есть. Так, Алексей, давайте. У нас есть кыргызское поверье.
Там, где между елок растет береза, туда обязательно придет русский. Это такая. Иван Николаевич, ну, наконец-то мы дошли до веников. Доставайте, доставайте. Из всех полезных, что дает нам береза. Так. Очень даже полезная вот вещь. Вот наши зрители, по-моему, Владимир, если я не ошибаюсь, не успел сказать вот про веники. И вот уже сегодня про веники говорили, тут я уже повторяться не буду. Я скажу только, с какого возраста можно их заготавливать, с какого лучше, и потом как вязать веники. Заготавливать можно. Давайте. Можно веники заготавливать примерно с 7 годов. Почему? Береза, это не человеку 7 лет, а 7 лет березе. Да. Опять же, надо соблюсти все формальности, выписать билет, чтобы это все было законно. Нельзя. В лесхоз за разрешением. Да, нельзя, по-другому нельзя. Вот, в 7 лет она будет примерно 3,5-4 метра. Так как средний человек под 2, ну, метр 7, метр 8. Будет удобно резать. Вот сколько он достанет, чтобы он не навородил ее, и столько веточек он снизу обрежет. Это старые проверенные способы. И эти самые такие прочные, и, ну, как говорят, бяры прямо и ложи в веник. Не надо ни чистить, ничего придумывать. Вот. И они, ну, крепкие, они не гнутся. Это первое. Второе. Нельзя заготавливать, когда уже вот берёза, ну, можно заготавливать, но нежелательно. Когда берёза 15-17 лет, если она на суходоле растет, когда много свободы, и она начинает плодоносить, то есть шишечки появляются, все рожки, все. Тогда, во-первых, оно некрасиво, когда будут все рожками, никто не вяжет. Вот. Потом сейчас скажу про размеры веников. Нет, сначала скажите, в какой срок? Срок. Самое главное. В апреле можно или в мае? Веники можно заготавливать уже вот когда у мая месяца распустился лист, он уже великий, потрогать его. Если он не липкий, пожалуйста, можете париться. Вот, его не надо запаривать, просто водой теплой обдают, и он прекрасно парится. Так. Но впрок их заготавливать еще нельзя. Веники впрок заготавливаются, вот, как говорят, от Купала до Петра, от 7 июня до 12 июля. Заготавливаются веники. Это в старые времена говорили, на Купалу и на Петра работать особо нельзя, но веники заготавливать обязательно. Mm-hmm. Вот это почему? Потому что лист приобретает свою самую большую прочность и самую крепость к середине лета. И держится. Да, держится хорошо, не ломается. И он будет хранить, может, даже год-два. Но обычно за год веники использовать. Еще, при заготовке веник надо учитать такую очень важную вещь. Прежде нельзя заготавливать в сырую погоду. Веники попрыгать, и они будут иметь очень. И когда даже у теплую погоду солнечную заготовленные, его надо чуть-чуть дать, чтобы ветки подвяли, листики подвяли, чтобы не было опрылости. Я не буду разворачивать веник, чтобы... Не, уже не разворачивать. Да, потому что не показать. Если вот веники, связанные в сырую погоду, мы заготавливали у лесничества очень много веников. И когда возили на сдачу, нам некоторую часть возвращали. Почему? Потому что там проверяли, если попрылость, то когда вы его заварите, он будет пахнуть. Иван Николаевич, но эти пахнут так сухие, мне кажется, лучшие мастера чечерские их готовили. Пахнет, да. Правда? Вот. Ну, размеры веника. Это под руку. 5 сантиметров – это стандарт. Я специально пирамиды, я не глядел. Подождите, 5 сантиметров – это что? Вот диаметр ручки. В обхват ручки, так. Да. Вот. Ну, это вот не менее 20 сантиметров, а тут 30. Я пирамиду, я все равно мерно сделала. 20, 30 и 5 в обхвате. Да, я говорят, я как от души, от природы, от жизни, по логике, я хочу это. Вот. Теперь, опять же, почему вот так вяжется? Связать можно по-любому. Сейчас я закончу. Связать можно по-любому. В любом случае. Ну, вот это классический способ вязать. Это самый прочный способ. Можно, как человек свяжет, так и будет париться. Это индивидуальное оружие. Но как вязали наши предки, знает Иван Николаевич. Да, я расскажу, как вязали. Это мне подсказал один дедушка. Вот почему именно так. У березы сюда вот в одну, уже из двух частей, сюда ложили одну лозинку, пускали. И лозинкой связывали. Да, вот их ложили на крест. И между ними пропускали лозинку. И потом заправляли ее сюда в веник. Потом скручивали вот так, как он скрученный, на две половины. А во второй половине веника лежала еще одна лозинка. И этой лозинкой обкручивали и запихивали сюда. Получался веник без нитки, потому что ниток тогда не было. Вот, все.
Вы знаете, Иван Николаевич, исчерпывающий рассказ. Ну все сегодня научились делать. И сок добывать, и веники вязать, и продегустировали. Юлия, поддерживайте, все в порядке здесь, все правильно, так? Да. Ну просто Бога. Энциклопедические сведения. Да. Уважаемые гости, я благодарю вас за прекрасный вечер. Полина, Алексей, Елена, Юлия, Иван Николаевич. И замечательные наши зрители, которые были сердцем сегодняшней программы, дыханием и атмосферой. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, сегодня мы услышали немало телефонных звонков. Я так понимаю, что доктор, который дозвонился, простите, не помню, Игорь Владимир, это его книги, да? Это его книги и книга Анатолия Зекова, и книга о Чечерском районе. Это ваша, я надеюсь, вы оставили номер телефона, поэтому придите, заберите ваши подарки, ну и, естественно, диски. И с Герасимом Алексей и Полина обязательно свяжутся. Дорогие друзья, насколько приобретенные вами знания о березе окажутся полезными, вы сможете понять уже в ближайшее время, потому что наступает пора посадки деревьев, сбора сока и, конечно, чуть позже заготовки веников. Что же касается примет и поверьев, они не утратили своей ценности неспроста. Значит, были какие-то наблюдения очевидцев разных лет. Проверьте и проверьте. Завтра будет новый добрый вечер. Ну а сегодня я, ведущая Елена Троценко, прощаюсь с вами. Всего самого хорошего. Хорошей весны.